Это видео об редактировании комментариев в Даймонде. Каждая строка, переменная, Diamond может быть прокомментирована каким-то текстом. Строка, имеющая комментарий, маркируется знаком комментария после названия строки. Чтобы просмотреть, добавить или изменить комментарий, откройте контекстное меню для строки, которой нужно создать комментарий. Нажмите команду «Редактировать комментарий», введите текст комментария и нажмите «Ок». Или нажмите знак «Комментарий», если для строки уже существует комментарий. Измените его и нажмите «Ок». Если вы сотрете все название комментария, то он, соответственно, и будет удаленным из строки.